можно будет трезвым, но я это повторю. Давай. Но я понимаю, что я потом трезвый, да, понимаю. Опыт, все такое, оно все-таки дает о себе знать. Я все равно наступаю на эти грабли. Если тебя ослушиваюсь и иду по своему пути, я наступаю на эти грабли и понимаю, что, блин, он все-таки прав был. Хоть я с ним не согласен был, но это была правда. Ты снимаешь, что ли, на видео? Нет, фото, фото. Да, все нормально, Сань. Нет, я хочу сфотографировать тебя. Yeah. Молодец, хорошие слова. Спасибо, Сань. Дело в том, товарищ. Все-таки я ставлю... Как это? Подсказывай. Приоритет. Не приоритет. Ставлю оценку этому или почему-то. Как это? Что он для меня авторитет становится. Да, понятно. Что все-таки лишний раз не надо его слушаться-то. На эти грабли вставай. Так... На, послушайте, обойти это и все. Дело в том, я с днем рождения, солнце мое. Хотя есть такое. Есть такое, что вот он сказал, да, я думаю, ну ладно, сказал, все, может, ну, Виталику, как бы, да, послушай. Саша, так и все равно сделаю по-своему. Так это правильно, это мы так всегда так. Можно же это обойти как-то. Мы же молодые. Нет, я иди сюда, я тебя сделаю. Сейчас же я своим дочерям то же самое говорю. Во всем виноват Калашников. Ну, это вот такая сущность. А итог? Итог все равно подходит к тому. Минимализм. Вот учитесь на своих ошибках. А Виталик меня не слушает, когда уже попадает. Опять Виталик меня не слушает! Вот я виновата, кажется, во всем ешь. Леночка, ты опытная девочка, вообще, ты просто... Она вообще опытная. Ты всю жизнь прожила просто... На! Ты все знаешь. Ты Виталика оставишь просто. У нее очень...